Всем привет, ребят! Ну что, мы будем сегодня с вами тестировать следующий состав на Архидемона. Будем пробовать разгонять нашу тыковку 10-10, разгонять ее через космо. Я показывал, танковал ее с тыковки, и честно скажу, мне эта затея не очень понравилась. Почему? Потому что она не успевает набирать разгон, и там мы теряем 5-10 секунд. В общем, у нас сегодня будет два варианта. Один вариант у нас будет, первый, у нас будет космо. Видите, я на тыковке даже для тестов был поменял чарку. Так, где там мои пиромаги? Надо вернуть все обратно. Тестировал ее на локациях по разгону, честно говоря, пока не знаю. Не знаю, что сказать вам по поводу теста. Так, окей. Тыковка у нас собрана. Сейчас я повыставляю питомца, повыставляю всех. Такс. Кого берем? Берем химку, раскол. На нее мы поставим. Давайте чекабума на нее закинем. Так, первый есть, второй прытитель. Этого нам тоже хватит. Третья у нас будет ведьма. Панчбоксом. Четвертая тыковка. Вот такая вот сборка. Так, дальше пятый. Стрелок. И шестой космо. Только космо у нас будет сразу же ремочный. Поставим ремку. Вот такой вот вариант. Такс, поехали. У нас архидемон, который призывает монстров. Урон по зоне. Иммунитет имеет к разбросу. То есть довольно-таки, скажем, распространенные архии. Они имеют встроенный разброс, по-моему, имеют иммунитет к стану, молчанию и забору. И может получить больше 500. И, по-моему, он еще понижает входящий урон, когда включается. Поэтому наша задача сейчас попробовать разогнать тыковку. Я уже не говорю там про топовый результат. Здесь рандомчик. У меня основная цель — потестировать тыковку. Вот такой вот у нас был заход. Это мы, по-моему, тестировали с воодушевлением. Сейчас мы попробуем заход ремка на космо. Будем стартовать с космо. То есть максимальный сразу же разгончик будем пробовать взять. Вот 55 секунда. Все равно, видите, не разгоняется так быстро, как хотелось бы. И второй заход мы попробуем с воодушкой. Еще варианты есть, когда вот бывают моменты, когда переходы. Вот там вот очень много теряется времени. 5 переходов, 5-6 секунд теряется только на переходах. Из-за того, что космо включается, ну, не так, как хотелось бы. Вот сейчас, смотрите, будет переход. Вот нормально перешли. А бывают переходы, когда просто тупо он станет. И ты ничего сделать не можешь. Ну, пробуем такой вариант. И второй вариант будет с воодушевлением для разгона тыквы. Сейчас поставим тыковку сразу же после космо. Немножко поменяем расклад. Вот видите, замедление пошло, и все, мы потеряли там прилично урона. Thank you.
То есть у нас получается сейчас на Космо нету одной эмблемы для максимального дамага, но мы делаем ставку на то, что у нас будет хороший разгон. Вот опять переход. Посмотрите, как мы на переходе потеряли. По времени я бы не сказал, что этот заход даже лучше будет, чем предыдущие, что мы просто кидали. То есть мы потеряли на количестве урона даже так. То есть мы приходим к той же цифре 5. Или даже не набьем. Не должны. Смотрите, даже не хватило. То есть такой вариант на космо, но, как видите, немножко не то. Но я все равно затестирую еще один вариант. Мы поставим на тыковку воодушевление. Попробуем стартануть с тыквы. Вот такой вот вариант. Ставим сюда воодушевление. Мне просто интересно, сколько же мы все-таки проиграем секунд. Космо у нас ремочный, чтобы он сразу включался. Но я думаю, мы в 5 не выйдем. Сейчас посмотрим. Так, давайте вот так вот будет. Даже не так. Космо у нас будет вторым сразу же идти. То есть выпускаем тыковку и выпускаем космо. Такс. Стрелок. То есть пробуем такой вариант. Как видите, у нас разгон тут пошел моментальный причем. Сейчас посмотрим, что мы по секундам выиграем или нет. То есть разгона, ну вот мы выиграли 1 секунду, это даже не показатель. То есть так, чтобы вы понимали, особо мега там разгона, ну нету. 10-е исцеление, 9-е исцеление, ну я не вижу разницы, честно говоря. Все равно мы упираемся где-то плюс-минус тот же результат. Возможно, где-то оно будет чуть-чуть лучше, но на максимальном разгоне одни и те же показатели. Еще есть вариант потестировать будет поставить необузданную ярость. Вот посмотрите, как нас красиво застанили. Попробовать поставить необузданную и посмотреть, как с ней будет. Возможно, будет быстрее немножко. У меня уже нету попыток. Мы уже сделаем с вами на следующий раз. Но опять же, мы теряем пиромага тогда. Видите, опять застанил половина героев. Поэтому такой вариант, как по мне, не очень. То есть ремка мы теряем, за счет ремки на космо мы теряем урон, за счет воодушки на тыкве мы тоже теряем урон. То есть мы не успеваем.
Посмотрим, что у нас в итоге получится. Если 7, мы даже не дотянем до 5. То есть вариант этой тыковки, еще есть один, это необузданную поставить, потерять пиромага. Возможно, оно даст мега там ускорение, но я в этом сомневаюсь. В общем, потестим в ближайшем, на ближайшем архе. Ну а так, как видите, по разгону ничего не поменялось. Мы даже результат не улучшили, даже хуже набиваем. Вот поэтому делайте выводы, пишите комменты, ставьте, как обычно, лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.